Тринити – это храм истины, про тот храм, который я говорил. Здесь он находится рядом, вход 500 бат, храм без единого гвоздя, из драгоценных пород дерева сделан. Я его раньше посещал, к сожалению, нет времени его еще раз посетить, оно того стоит. Там есть статуи, тут же снимался фильм, когда Филипп Киркоров был ангелом любви, и он предложил ребятам потереть палец, чтобы у них дети родились. Действительно работает. Многие знакомые, кто здесь был, это делали, у них потом появились дети. Ну и вот смотрите, какая красота. Мы гуляем по ночной Паттайе. Это мои ощущения с прошлого раза остались все те же. Я не очень люблю Паттайю, мне больше нравятся в Таиланде острова. Потому что там почище, природа другая, здесь для тусов. Потусить здесь классно, здесь очень много клубов, ресторанов, баров, стриптиз-шоу, массажных салонов и так далее. Валюту нам порекомендовано менять желтый, обменник, или вот таких money change. Здесь важный момент есть, чем меньше вы меняете, тем меньше курс. У них градация от 1 до 50, от 50 до 100, от 100 до 150. Но единственный момент, я менял сейчас евро, там единый курс, то есть 33,62, и он не зависит от того, сколько вы сдаете. То ли они евро больше уважают, я не знаю, но вы можете взять себе это на вооружение. Мы идем с вами вот сюда, Grand Central Point, на панорамную площадку, будем оттуда снимать, и там же будем для этого самолета находится терминал 21. Это большой торговый центр. Здесь есть уфоры, можно покушать. Если вы захотите, вы можете сюда приехать, сделать шопинг и перекусить. Также здесь, чтобы вы понимали, как добираться, тук-туки стоят 10 бат. Они ходят, как правило, по параллельным улицам. То есть, если вы, например, от моря хотите, то вы едете прямо, пересаживаетесь на ту линию, на улицу, какая вам надо, которая параллельно морю идет, и едете. Для того, чтобы остановить тук-тук, вы или хлопаете или нажимаете кнопку, или просите его, и он останавливается там, где вы захотите. То есть здесь нет остановок как таковых. Например, если вы знаете ваш отель, вы можете сказать следующим образом. Название отеля и сказать «Bat only 10 baht». И он поймет, что вы заказываете его не до отеля, а только до там, места, где он находится, там недалеко. Вот он, красавец, торговый центр, большой, 5 этажей, даже больше, наверное. Красиво. То есть какие потолки. Мы поднялись с вами на 32 этаж. Здесь открывается панорамный вид на город, на Паттайю. Сейчас посмотрим на этот ресторан, посмотрим цены. Также вы можете кушать на улице прямо под открытым небом. Мы сейчас с вами находимся на севере, на крайней точке. Там север.
фудкорт идет. Вот здесь вот будет, где Walking Street, это центр, и там дальше будет юг. Walking Street, это там, в сторону тайны. Сейчас я покажу. Вот там, где холмик, это крайняя точка Walking Street. Там же порт, можно за 300 бат добраться до острова, и там покупаться. Покидаем отель Grand Central Point. Хороший отель, красивый, хорошая обзорная площадка. Обязательно сюда поднимитесь, посмотрите, оно стоит того. Мы с вами зашли в торговый центр, который я вам до этого показывал. Сейчас пойдем покушать, я вам покажу. Grand Central Point я цену не снял, там салаты где-то в районе 500 бат стоят. Соответственно, все остальное еще выше. То есть тарелка супа тоже 600-800 бат, ну и так далее. Смотрите, какая красота. Искусственные деревья, а может быть и настоящие, но тут сверху, наверное, искусственные. А вот это... А это настоящее. А нет, искусственное, но не отличишь. Это у нас этаж Париж, Франция. Видите, здесь Эйфелева башня. И тут французская кухня, мне говорили, должна быть. Фудкорт французский. Большой торговый центр, много магазинов. Там видите Рим, Италия, вернее, один этаж на Токио, Италия, Франция. Большой фудкорт, где можно взять еду, цены указаны. Здесь целый этаж, на пятом этаже. Разная кухня, разные рестораны, кафе. Классно здесь стилизовали дворинку. Вот какая красота. Я думаю, это будет очень вкусно. Я покушал. Еда очень острая. Я все еще жив, но во рту все горит. Такое ощущение, что бомба взорвалась. Губы горят, рот горит. Спас немножко зеленый чай, он абсорбировал весь всю эту остроту. Там в меню есть перчики нарисованные. Самых больше ездил там 7 или 5 перчиков. Я не представляю, что это такое. То, что я ел, здесь был один или два перчика. Но это, конечно, еще то испытание.